8, и мы отправляемся в солнечный Самарканд. Сейчас мы в городе Пинджикент. Вчера пытались заказать трансфер до границы по 20 манит человека, но не приехали. Вот в итоге нам администратор отеля вызвал такси, и где-то 70-80 мани будет стоить, чтобы до границы добраться. Вроде как 20-30 минут ехать, так что вперед в путь. До свидания, солнечный Пинджикент. Ну что, идем пешочком на границу вместе с гражданами Таджикистана, случай. Сейчас к нам подошла бельгийка на велосипеде. И говорю, что там, виза нужна, не нужна? Я говорю, да не знаю, говорю, у нас только штамп. Я говорю, наверное, тебе тоже. Она говорит, а где штамп ставить? Я говорю, ну там, наверное. Она, ну ладно, спасибо, типа. Въехали в солнечный Самарканд. Уже ничего не узнаю. Тут уже построили огромное какое-то шоссе. Новую мечеть построили. Тот самый окраин Самарканда рядом с кольцевой дорогой. Все прям такой новодел. Все новенькое, свеженькое. Прям какой-то город-сад. Сейчас, если в центр, через центр поедем, тогда, может, что-нибудь узнаем. Вот уже новая мечеть, прям как в Абу-Даби. Так, тут не звонит. Вот мы уже подъезжаем в старый центр, в Шахизинда. А тут вот стояли раньше лачуги, понастроили торговых центров, каких-то рынков. Вот, и здесь асфальт, улочка узенькая была такая. Сейчас смотри, как все тут расстроился. Обалдеть вообще. О, вот здесь узнаешь места, мы здесь в Бразилии. Пока что-то не очень узнаю. Ну, вот здесь мавзолей, это Шахизинда. Кладбище, по кладбищу мы здесь ходили. Что трамваи появились, раньше по мне было. Говорят, в 18 году появились, вон те отели тут понастроили шикарные. Обалдеть вообще. Но пока мы этой многоэтажной застройки тут не видно. Видимо, уже запрещено здесь. Вот смотри, трамваи какие современные. Импортные, наверное. Прикольно, конечно, приезжать спустя много лет. Да, знакомые и места и ничего не узнавать. Что ты помнишь, а в основном уже... Ну и стилистику они соблюдают, то есть да. Новодел, но такой, типа под старину. А он уже какой-то многоэтажный там здание строит. Да, все в единой стилистике, вот этот желтый цвет. С ума сойти, какие тут широченные проспекты стали, туннели подземные, трамвайные линии такой, все роскошные. Короче, они тут бабла вбухали немерено, а там он уже за первой линией уже частные домики такие, невзрачные. О, там частные дома пошли. А здесь вот прям город-сад. Он строится, он в кранах. Ну, деревьев пока вроде что-то насажали, но они еще не успели вырасти. И везде палевый камень. Ходить, наверное, здесь не очень уютно. Добрались мы до своего отеля в Самарканде. Находится он прямо вот через дорогу от вокзала. Нам завтра на поезд, поэтому мы решили поближе, чтобы с утра встали, через дорогу пришли. Вон тут электрические зарядки опять. Все цивилизованно. Пойдемте, вот такие арки тут классные. И тут я соболевый решил устроить праздник. Здесь отель с басиком, можем прям пожарить жопу в бассейне, не выходя из джакузи, как говорится. Да, градус 35 жжет прям, не по-детски. Вот он, отельчик наш, смотрите, какой роскошный. А он и басик. Вода есть хоть в нем? Ресепшн, вилкам. Вода есть в басике, отлично. И даже лежаки свободные. Вон. И тут вот лисян стоит на входе. Здравствуйте. Так, пойдемте на ресепшн.
добро пожаловать, как говорится, Самарканд. Короче, номер у нас пока не готов, сказали, полчасика подождать, время час, типа с двух. И вот тут бассейн, в котором соболю будут отмокать, вот тут стоит бит. Да. Может даже ножки помочить. Смотри, какая красота. А, это же просто праздник. И вот отельчик, вообще огонь. Там бар даже есть, можем бухнуть. Ай, финагиструительно. Дуляки. А смотри, этот вон стоит, электричка. И слышно, как у него там кондиционер, похоже, работает. Он, фары включены. Такой шум стоит. Вот на таких вот машинах они все ездят. На бидах. Ну, пойдемте погуляем куда-нибудь на рынок. Давайте, говорит, на базар, а потом на вокзал. Ну, базара нет, ну, да, сразу на вокзал. Смотрите, какие мишки висят. Класс, мишки повесились. Там мишки готовятся повеситься. Офигеть, первый раз только вижу. Шикардос. Я люблю тебя, я тебя тоже, брат. Класс. Все, надо домой взять. Всего 700 тысяч сумм. Недорого. Прикиньте, сразу полкомнаты заметили. Конечно, гуляем мы тут по перевокзальной площади. В поисках что-нибудь пожрать. Какую-нибудь самсу. Вот, сокровищница какая-то. А вон самсы, похоже. О, рынок. Отлично. Тут-то мы все и купим. Вон же продают самсушечки. Какая прелесть. Кукурузой пахнет, а? Это чудо-кукуруку? Чудо-кукуруку, да. Она тут травка. Слушай, ну это мы удачно зашли. Да. Тут, видишь, все, и базар, и вокзал, все сразу. Все есть. Черешня вот какая крупная. Вон, жёлтый. О, смотри, какая крупная. О, грибы. Как грибы называются? Это вешенка. А, вешенка, да? А, точно, да. Нет, та другая была. А почем? 25. 25 на 7, 140, 5, 175, что ли. Крупный прям черешня. Арбузы. Ну, вот этот рынок, мне такие нравятся. О, клубничка надо купить тоже. Да, клубничка. Сейчас мы, короче, здесь подзатаримся. Вот такого, да? Да, маленькую купить, да. Класс. Мне здесь нравится. Спасибо, брат. Вот это вот красота. Я могу себе представить. Вот хорошо, тенечек, прохладненько. Ну что, пошли, возьмем это, черешни и самсы. И клубнику, да. Да, да. А вот и наш роскошный номер за 63 американских рубля. По меркам Самарканда для такого роскошного отеля это прям весьма хорошо. Маленький, почти как я. Даже есть холодильничек, чайничек-то и туалетик-то. С обогревателем даже можно погреться. О, слушай, ну все новенькое, чистенькое прям. Кайфушечки. Наслаждайтесь, Светлана Александровна, роскошью и гостеприимством Самарканда. Смотрите, какая прелесть. Здесь можно даже прыгать на кровати. Кондиционер надо включить только, то жарко. Ребятки, пришла пора освежиться. У нас в отеле тут я наконец-то снял с бассейном, чтобы можно было в жару, 36 градусов сейчас на улице, чтобы можно было свадник искупаться. Смотрите, какая красота. Никого народу. Прям как мы любим. Обалдеть. Ну вот джакузи включили. Класс. Не пойду я в джакузи заседу. И водичка прям освежающая. Прям то, что надо. Градусов 25. Вообще кайф. Ну вот смотрите, какая джакузи.
И вот он, сладкий я, таджик заросший. Ха-ха, привет, девчонки и мальчишки. Ну что, кайфуем? Сегодня мы с тобой кайфуем. И вот так вот нас видит на гостинице, находится прямо на вокзале. Завтра у нас поезд. Мы выйдем и прям сядем на поезд, через дорогу перейдем. Вообще просто кайф. Макс, Димка. Я типа натужную туристическую спину, свой горб туристический отмачиваю водичку, кайфово. А в полет, глупенька моя, ходит, хватит и не хочет купаться. Вот дуреха. Ну что там, хорошая водичка, да? А, вообще прям, такой кайфет, на жаре 36 градусов. А купаться в джакузи, это просто праздник какой-то. Это тепленькая водичка, а та холодненькая, да? Такая же, да? Ну, сейчас они перемешаются, но она такая же. Была чуть теплее. Ну, прям очень комфортно. Прям не холодно, и освежает. Солнце жарит. О, у меня же трусы надуют от воздуха. Кайфушки. Просто кайфушки. Идем к Ане, дорогая. Никто не купается. Только Максимка и еще один парень. Алкоголя у них в этом баре нету. Ну, он говорит, хотите, я говорю, вам сбегаю. Вот. Короче, пролепил две цены и принес нам три балтики за 500 рублей. Ну, за то, что ножку на самом деле. Ну, да. Поэтому. Ну что, нормально. К нам тут в басик пришла какая-то вот европейка. Так, сейчас погромче сделали. И вот, поставили жак прямо напротив узбека. И узбек, он из-под полотенца, на него он поглядывает. Как раз он ножки раздвинул. А я Светке говорю, он налево там еще ляж. Тоже в сторону узбека ножками. И у узбека будет стереоэффект. Он будет кайфовать. Ну, какая роскошная женщина. Вот еще увеличу. Ну, она там возбуждает узбека. Привет, Светлана. И здравствуй, Регистан. Салам алейкум. Так случилось, что ровно прям 10 лет назад, день в день, мы впервые побывали здесь, в Регистане, в Самарканде. И вот волю судеб, я даже не знал, что мы в 14 году были, я думал, в 13. И вот мы здесь опять снова. Ну, конечно, очень сильно все поменялось. Сам Самарканд разросся, вот, все новые улицы, новые дома современные. На Регистане народу просто тьма тьмущая. Тогда не было такого. Вот. Тогда мы ходили, вообще тут одни вечером были, просто одни мы ходили, тут вообще никого не было. А сейчас вообще просто тьма. И похоже, этот вход платный, что ли, они сделали, я так понимаю. Ты думаешь, платный? По-моему, да, платный, по-моему, сделали. Ну, место, конечно, по-прежнему будоражит. У меня прям аж, как Свет говорит, мурашки бегут по некоторым частям тела. Сумасшедшее энергетическое место такое. Я помню, там раньше свободно прям гуляли вокруг. Класс. Фантастика. Идем по местам боевой славы. Я пытаюсь вспомнить полюбившийся нам ресторанчик, который где-то прямо напротив Регистана был. Мне кажется, вот он прям, я увижу. Но не факт. Да, но не факт. Тогда мы сидели в нем вообще одни. Было так кайфово, просто супер. Я помню, там рассчитывались тысячные бумажки, целый ворох, там что-то нам 1 200 000 что ли, насчитали. Пачка вот такая, да, вот огромная, там. Или три таких вот пачки было. Да, 1 200 000, да, там насчитали тогда. Мне кажется, вот он, где вот Wi-Fi написано. Сейчас надо зайти посмотреть. А там дальше, говорят, какой-то гламурный ресторан. Задорого. Да, мне кажется, вот он. Там такое тоже уютное местечко. Да, 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 вот он. Точно. Да, прикол. Колен, мальян. На, подержи. Так, давай зайдем посмотрим. Да, вот тут опять никого. Супер. Вот здесь на этом топчане мы сидели 10 лет назад. Здравствуйте. Какие ностальгические воспоминания. Шикарно.
О, привет! А вот какой тут супер папский ресторан. Мы посмотрим сначала. Не, что-то тут слишком папский, мне уже не нравится. Не люблю вот эти папсы. Ага. Нет, Свет, однозначно нет. Ненавижу этот пафос, блин. Уже одного хватило, тошнит. Пошли обратно в наш ресторан. Там никого нет. Хозяйка добродушная. Она сказала, что коньяк наливает. А здесь сейчас, блин, втридорога. Не люблю вот эти пафосные дела. О, смотри, два запорожца стоят. Невада, Лас-Вегас. Огонь. Что, может, покататься можно будет? Покататься можно на таких? Покататься на таких? Прокатиться на таких можно? Покататься, нет? Для красоты? Да. Все-таки мы решили вернуться в наш любимый ресторан, поностальгировать, потому что пафос мы не любим. Да. И сам прикол, вот сидят ребята из Венгрии, мы сегодня утром расстались с ними в Пинжикенте, и прикиньте, встречаемся в Самарканде, это вообще жесть, так не бывает. Олеся, привет. Помнишь, как 10 лет назад, ровно прям в этот день, мы сидели вот здесь, вот в этой кафешке напротив Регистана. Сейчас мы решили опять найти этот ресторан, нашли. Сели, ничего не изменилось, та же самая хозяйка. Все очень круто, изменились только мы. Света, передай привет Олесе. Олеся, привет. Так, вот хозяйка кафе решила самолично за мной поухаживать, водочки налить. Я говорю, давай я сам, она говорит, нет, я, говорит, отлично ухожу. Хороший помощник. Так приятно, прям у меня аж это, мурашки по коже. О, какие сильные руки. Так, не получается. Не, получается. Нет. Как вас зовут, хозяйка? Сабира. Вот. Все отлично. Вот. А как вас зовут? Сабира же сказали. Вот, откроем. Как здорово. Вот, наливаем еще. Вот холодный водка самаркандская. Пейте, отдыхайте. На здоровье. За ваше благополучие сейчас, в первую очередь. Спасибо, Джоном, спасибо. Еще 10 лет и больше. Спасибо. Процветание вашего ресторана. Спасибо, Джон. Моментально принесли еду, прям моментально, как в Тайване практически. Правда, я заказывал один салат, а принесли два. Ну, они грешат этим в Узбекистане. Они все время больше нравят принести. Вот картошку фри, рис и манты принесли. Все как быстро, обалдеть. Еще шашлык остался и будет у нас. Спасибо. Нам принесли манты. И вот сейчас Максимка будет дегустировать. Enjoy you. Спасибо. До свидания. Венгры с нами попрощались. Я решил попробовать в первую очередь манты, потому что давно соскучился. Это, считай, те же эти, как их в Армении. Хинкали? Хинкали, да. Только попроще, без этих ножек там прочих и дронов. Ну, как тебе по вкусу? Сочный очков, соус. Гостеприимный и очень вкусный, и очень сочный, да? Нет, что мне понравилось, то что, во-первых, оперативно сразу все раз. Сейчас мы обожжемся. Сейчас шашлык принесут. Приятного аппетита. Так, принесли нам еще очень аппетитные шпажки с куриным шучком. Мы обожжемся, смотри, сколько у нас еды. Это вообще ужас какой-то. Ну, как в прошлый раз. Ну, придется вторую бутылку водки заказывать. Иначе мы не осилим. Я мизинчик выпил накануне. Надо же вес добрать до нужной точки. Короче, жизнь налаживается прям. Такой вкусный. Так, вот принесли нам счет. После вкусного обеда нам принесли вот такой вкусный счет. На 420 тысяч стоит. И Максим сейчас будет отсчитывать купюры. Да, давайте. 10 лет назад. Тогда был тысячный купюр. Сейчас 20-тысячный. В инфляции, понимаете. Ага. Тогда мы на 1 200 000, по-моему, покушали. А сейчас всего 420 тысяч вдвоем.
Вот. Вот уже 20 тысяч культурами. Да вы уже не такими пачками, как раньше, да. Так, процесс идет. Нам тут все полностью посчитали. Готов забирать. Все? Теперь вот таких хут уже пачек нету, да? Прикинь, бюджетный человек в Ташкенте кушал. В Ташкенте на 500 тысяч покушал без алкоголя. А здесь бутылка водки, которая 100 тысяч стоит. Мы нажались вот так, еще с собой домашний. Обалдеть, слушай, ну круто. Ну, верное было решение. Давай. А уж про Ташкент в Телебашне вообще молчу. Мы там отдали какие-то вообще там космические деньги отдали. Смотрите, сколько туристов. Мы сейчас покушали и решили еще напоследок в Киргизстан, потому что нам завтра уже на поезд. И смотрите, какие толпы. Но красота, конечно, нереальная. Подсветка сумасшедшая. Такси тут толпами стоят, ждут. А, тут не протолкнешься нафиг. А, я помню, там светлячков этих тоже запускали. Обалденная красота, конечно. Подсветку сделали сумасшедшую. Вот это толпы. Офигеть. Жесть. О, все стоят, втыкают. Офигеть, как круто. Едем по вечернему Самарканду. Нарядно все так тоже светится, украшено. Очень красивый стал город. Прям здорово. Национальный колорит по-прежнему чувствуется. Ну а вот наш гламурный вечерний бассейн, в котором я сегодня купался. Тут накрыли какие-то столики тут ресторанные. Можно посидеть, повтыкать. Народ что-то кушает. Заболел, опять что-то снимает. Ну сколько можно уже снимать, тут же вот смотрите, как это джакузи. И как там музычка роскошно играет. Смотрите, какая женщина красивая. Ребятки, вчера у нас были 7 озер, правда, мы доехали только до 4, дальше обвал был. Поэтому мы решили компенсировать и взяли 5 озер. Короче, у нас в номере кондиционер окончательно сломался. Вечером еще как-то работал, утром все кончилось. Там духотище невозможно. И вот мы перед выходом на улицу охлаждаемся на ресепшене. Нереально, конечно, такую жару без кондиционера. Вот такой ресепшен у нас. Крутейший. Ребятки, у нас день 9, предпоследний. И мы едем в Бухару. Сейчас мы находимся вот на вокзале. Я специально выбрал отель, который прям через дорогу от вокзала, тут прям 2 минуты идти. Мы сейчас сядем на скоростной поезд Афросиаб и помчим в очень жаркую Бухару, там 40 градусов обещают. Это будет настоящим испытанием для наших организмов. Сейчас мы посмотрим, есть ли просветки у них на вокзале. Непонятно вообще, где вход, вот это что ли. Сейчас узнаем. Короче, вот эта вот будочка как раз и была. Единственный пост на просветке. Вот. Ну, мне кажется, пофигу, они вообще даже не смотрят. Спросили, говорят, билеты есть? Есть. Я даже с кармана ничего не кладу, там рамка запищала. Они даже голову не подняли. И вот после этого тут огорожена территория. Уже можно пройти в вокзал. Такой вот симпатичный вокзальчик. Прямо вообще ништяк, современный такой, кайфовый. Таким, кофе, не кофе. Магазинчики, сувениры. Так, надо расписание найти, где наш Афросиаб. Вон уж какой-то там Афросиаб стоит. Их тут два, уходит разница сейчас. Надо выяснить, который из них наш. Вот, кажется, в нашего расписания. Поездов дофига ходит тут. Написано дни курсирся. Куркуня. Какой этот путь, непонятно совершенно.
Прикинь, сейчас с австралийцем познакомился. Я их спрашиваю, на какой путь приходит. Они говорят, а мы говорим только по-английски. Я говорю, а у вас... Вы откуда вообще? Они говорят, с Австралии. Они увидят меня на майке в Нью-Зеланд, они охерели, говорят. Ты, говорит, был? Я говорю, был, они охереть, говорят. Вот он наш афросяб пришел. Что там какой-то не афросябовский. Непонятно. Ну, пойдемте грузиться. Короче, оказалось, что это не наш поезд, наш следующий. Этот, похоже, не скоростной. У него какой-то этот передний вагон не афросябовский, не Сименс. Хотя нет, афросяб тоже. Непонятно. Наверное, такой, да. Ну, будем ждать. Да, Стонсон? Такой стою и думаю, вот австралийцы. Крейзи, блин. Там двух лет нету. Из Австралии полететь в Узбекистан. Вместе с тем-то, блин, сумасшедшие люди. А про себя думаю, ну мы же такие сумасшедшие, блин, когда двухлетние арисы в Новой Зеландии летали. Ну, такие же. Еще сложнее, поскольку вообще экзотика такая жесточайшая. Мы-то наоборот, как бы, из грязи князи приехали. Вот. Они, наоборот, у них в другую, да. Благополучной стороны прилетели, в жаркую страну. Все по-английски только там на ресепшн разговаривают. Да, по-английски-то мало кто разговаривает. Я в шоке. Ну вот и прибыл наш узбекский синкасен, остроносый. Поезд называется Афросиаб, в честь древнего городища, который был на месте Самарканда. Поезда, по-моему, производства Siemens, высокоскоростные, но, по слухам, едут максимум 150. Ну, пойдемте грузиться. Смотрите, какие узбекские билеты бумажные, как при Союзе были. Прямо один в один. Я уже забыл, как они выглядят. Прикольно. А, это такие были, да, в Союзе? Да. Смотрите, 162 сейчас ехал, прям практически даже не выезжая из Самарканда, так что, глядишь, еще и побыстрее разгонится. Да. Ну, это, конечно, не Маглев, но идет быстренько. Вот такие вот примерно виды из окна, городки, пустыни, степь в основном. Померивая скорость, среднюю показывает 152 км в час, максималку он 172. Вот. Ну, поезд такой, типа Сапсана. Вот, ну как-то здесь потеснее, что ли. Вот, кондиционер есть, туалет есть. Все очень комфортно. Оказывается, тут есть одна остановка в городе Наваи. Стоит всего одну минуту, так что выскочить не получится. Ну вот мы приехали в солнечную Бухару, здесь жаришка 37 градусов, просто жуткое палево. На вокзале сразу набросились таксисты, говорят, куда ехать, я говорю, в центр. Один говорит, 150 тысяч сум. Я говорю, что-то дорого, он говорит, ну типа за городом у нас вокзал. Второй говорит, нет, давайте нормально, говорит, я вас отвезу за 200. Вот мы вызвали Яндекс за 25. Заселились мы в отельчик «Старая Бухара», называется, с таким симпатичным внутренним двориком на несколько номеров. И у нас вот такие вот хоромы. Уже побольше размерчик, чем в Самарканде был. Кровать, наверное, получится. Болел, не будет полу спать. А может, и будет тоже жесткий матрас. Понравился тебе вчера на полу спать? Ну, я вчера спала где-то сегодня до 5 часов. Потом к тебе, да, и потом нас утром еще кондиционер совсем нагнул. Сейчас мы переехали, первым делом смотреть кондиционер. Он такой же маркет, узбекский Артел. Вот. Я включил, он толком что-то не дует. Пошел жаловаться, чувак пришел, помните, помыл нам решетки. Сетки, да, и он вроде нормально стал работать. Да. Ну так, вполне уютненько, я думаю, мы здесь на вторую ночь останемся. Нет. Сам главное, в самом центре находится. Так, вот грохочущий вентилятор. Вот, ну что, ванна даже есть, прикиньте, можно кому-нибудь маленькому вскорчиться и там мыть попу. Максим, помягче. Да. Помягче, да? Помягче. О, да он что, тоже привык, ложись на полу. Я буду спать на кроватке. Я опять вдвоем вот это вот, не люблю вот это, с женой вдвоем на одной кровати спать, это же издевайся над людьми. Смотри, подушечка классная. Old Bukhara Hotel. У нас, смотри, вместо сегодня... О, вместо одеялка будет простынка. Класс. Ну, короче, ништяк. Остаемся вторую ночь. Пришел в Капитал Банк оформлять карту. Здесь прям как
В Сбербанке суета такая конкретная. Приехал в местный супермаркет «Корзинка». Тут на входе он предлагает купить лисень. Такие вот дела. И вот тут романтичные языки продают в супермаркете. И козы тоже. Ну, колбасучек мы пробовали, нам не очень зашла. Вот какой-то салями по 27 тысяч. Такой, что взять, попробовать. Вот еще всякие копченые, о, такие надо попробовать. Миланская, не миланская, о, ништяк. Цены на мясо, 700 рублей вырезка. 100 тысяч сумма. Ну, такая, конечно, на вид аппетитная. Поэтому у них и цены такие там в кафешках не маленькие. Так, рыбка. Вот взять рыбки, что ли. Моевочка. Какая-то скумбрия. Икра. Нет, что-то не вызывает аппетита. Цены на икру. Баночка икры стоит 700 рублей. Большая баночка стоит 1500. Лосось тоже дико дорогой. Ну, короче, такой обычный супермаркет. В общем-то, ассортимент невысок. Но много товаров, да, узбекских и русских. Вот, алкоголя нету. Зато вот вышел на этот КБ. Узбекское КБ нашел. Сейчас посмотрим, что у них там есть в продаже. Ребятки, миссия выполнена. Всего за какой-то там час времени я смог получить узбекские карты, одну визу, одну мастер-карт. Каждый выпуск стоит 150 рублей, без абонплаты, с этим, с NFC, короче, с чипом, все как положено, все будет работать. И заодно подключил еще билайнскую симку с годовым обслуживанием, что-то в районе 1000 рублей в год, чтобы смс-очки приходили в клиент-банк. Ну все, мы теперь полноправные путешественники. Ура, наконец-то! Так что рекомендую вам сходить и получить узбекские карты, если не было раньше такой возможности. В принципе, все это реально и достаточно просто. Короче, надо тут подбить финансы. Это я сейчас катался в город, немножко потратился там на такси, на еду. Непонятно, сколько у нас денег осталось. Сколько мульонов у нас осталось? Так, вот этот нерванный 5000 еще с Ташкента ездил. Никак я тебе не избавлюсь. Это в банке я ебал, отдал. Так, да, посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, девять, пятьдесят. Мульон есть. Уже живем. Это можно два вечера пробухать. Можно в ресторанчике посидеть, да? 80, еще с десятками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 10, 11, 12, 13, 14. 140 тысяч и... Есть. Короче, 1 200 000 у нас есть. Это нам хватит на 2 дня, я думаю. Ну, отлично. Я за отель-то расплачусь баксами. Угу. А этими. А это тогда. Угу. Класс. Ну вот, подбили. Да. Финансы. Добрый вечер, друзья. С вами таджик-узбек Максим и его наложница Светлана. У нас тут повечерело, да, по интервью похолодало до 33 градусов. Мы сочли возможным выйти на улицы в поисках прекрасного. И смотрите, прекрасный у нас уже прям за воротами отеля. Вон там какой-то минарет виднеется. Сейчас мы пойдем к этому минарету. Мы находимся в старом городе Бухаре. Прям в самом, так сказать, в центре жизни у нас отель расположен. О, уже прям смотри. 100 метров, и вон уже виднеется всякие мечети, медресе и прочие прекрасности этого чудесного старинного города. На улице так хорошо, прохладненько, всего 33 градуса. Совершенно чудесная температура. Мы прям наслаждаемся этой. Впитываем энергию этого старого города всеми своими порами. Поры очистились, потому что они потеют очень сильно. У нас сегодня, слава богу, работает кондиционер в номере. Мы сегодня весь день практически провалялись, как приехали. Ну, точнее, свет валялся, а я ездил, так сказать, по производственным делам в город, получал карточки узбекские. А сейчас все, мы уже готовы к прогулке.
Я решил, что завтра, наверное, сегодня посмотрим все достопримечательности. Завтра будет опять 38 градусов жара. Я решил, что, наверное, надо перебронировать отель, так сказать, на более лучший, как говорил Света из Ивану. Чтобы был бассейн, чтобы можно было лежать в бассейне и пить джуйс, прям не уходя из бассейна. Вот, все, мы выходим. Слушай, место положения у нас прям очень роскошное, прям. Мы выходим уже сразу на... О, смотри, как мы удачно вышли, уже стемнело. Все это расцветилось разукрасными красками. Базарчики все засветились. Вот, мы попали в самый центр логова, так сказать, разврата, зачеркнуто. Логово святыни Бухарской. Вот это вот красота. Смотрите, здесь даже вот разделительные линии есть, чтобы люди на велосипедах ее не пересекали. Они пересекают. Смотрите, какая красота. Обалдеть. Мы вообще прям рядом-рядом. Слушай, ты хочешь воздушный шарик смотреть? Я хочу подарить воздушный шарик. Смотри, какой хороший. Вот на машинке можно кататься. Павильон Колонн. Ну, пойдемте посмотрим на логово. Тут смотри, какой тут концерт был. Наверное, Металлика проживали, еще что-нибудь. Офигенно. Слушай, ну здесь не хуже, чем в Регистане. Как вам? Да, впечатляет. И подсветочка такая классная. Подсветочка? А у меня светочка есть, а у них подсветочка. И там какие-то у них песнопения. О, смотри, минарет включился. Как мы вовремя вышли, а? Шикардос. Интересно, а зайти можно или нельзя? Что там пишут на табличках? Похоже, молитва, что ли, вечерняя идет. Так, архитектурный мозг, монумент Колонн. 1514 год, это ему... Дай бог памяти, 510 лет, если я правильно считаю. Представляешь? 510 лет. И камера стоит уже такая уже современная. Обалденно, конечно, место. Вау, вообще прям. Хочется прям фотографировать. Не переставая. Рука так тянется к затвору. Все, надо дождаться концерта Металлики. Обалден. Представляешь, 510 лет этому мозгу. Да. Да, вон, смотри, какой-то ресторанчик он там вверху. Оп. Шикардос. Минаретский минарет. Ой, луна вышла. На фоне минарета прям. Жалко, что на ряд подняться нельзя. Да, я прям не хочется даже камеру-то выключать. Так все красиво. Просто шок. Так, идем внутрь. Под купол цирка, как говорится. Какие-то, наверное, бывшие караван-сараи. Сейчас тут отели, магазинчики. Продают шубы. О, смотрите, какой купол. А снаружи смотрится прям как вот древний-древний. О, опять какие-то развалины. Такая здесь прям вот старина-старина. Вот, смотри, какие-то развалины. Ну, вот, конечно, всякие надписи ATM. Все это дело очень опошливают. Магазины есть как-то вообще не к месту. Мне кажется, конечно, надо было все оставить здесь прям как есть. Без всяких магазинов. Ну, вот.
что в Самарканде, что здесь превратили все в торговый центр. Конечно, надо это вообще объявить заповедной зоной. И оставить естественную красоту. Вот тоже фрески. Шикарно. Ну вот кофешоп, ресторан там сверху сделали. Я думаю, надо в другую сторону пойти. Вон опять светится минарет. Класс, аж. Похоже, самое красивое место, да? Ну, короче, не зря. Хорошо, что приехал. Да. Так, какой-то пафосный ресторанчик. Можешь зайти посмотреть на цены. Народ никого. Это значит, что там очень дорого. Ну, пойдем посмотрим. Так, меню. Меню, тебю. Я ничего не вижу. Так, салат. 40 тысяч. Самса 10 тысяч. Шашлык-машлык. Да нет, кстати, цены так относительно меняемые. Продолжаем гулять по старому городу. Есть какие-то бесконечные вот эти караван-сараи какие-то. Старинные. Везде эти магазинчики, ресторанчики. И хочу сказать, что, наверное, здесь поаутентичнее и поинтереснее, чем в Самарканде, в том плане, то, что старый город большой и можно достаточно долго гулять по этим всем улочкам, закоулочкам, да, как Света говорит. Вон там какую-то опять мечеть видно. И вон мечеть, тут вообще их заблудиться можно. А вон уже выходишь, и там уже видно, похоже, современный город. Хотя нет, там тоже какие-то мечети. Пошли направо. Ну, смотри, продают старые афганки, фуражки какие-то. Ну, здесь уже стоянка такси, и уже начинается, так сказать, нового. Хотя нет, вон, говорю, да, там он тоже какая-то мечеть. Вон, афганку можно купить. Прям советскую еще. Мы уже никогда ничего не покупаем, никогда. Вот ковры. Потому что за год путешествия уже присытились всей этой экзотики. Она в итоге вся пылит в шкафах. Никому не нужна. Да и дорого все это покупать. Ни к чему все это баловство. Так, что-то мы вышли уже в какой-то совсем старый город. Пойдемте обратно в старый город. Надо найти какой-нибудь аутентичный ресторанчик. Случайно нашли какой-то музей истории кузнечного ремесла. Здесь, наверное, куют, не перекуют. Смотрите, сколько тут наковали. Привет. А, нельзя, да, сори. Короче, выгнали из музея. Впервые в Узбекистане, как-то сказали, снимать нельзя. До свидания. Ну, вот тут всякие вот ножнички, которые они наковали, ножики из бухарской стали. Ну, пойдем, раз нельзя, так нельзя. А вот всякие куколки красивые. Актеры больших и малых кукольных театров. Здравствуйте. А, спасибо. Нет, спасибо. Для меня размер нет, у меня башка слишком большой. В Ташкенте найти не смогли. На мою башку ничего не лезет. А ты же носил? Нет? Носил, но она ее разрывает, как арбуз.
мозг очень большой, ты понимаешь. Мозга да. Очень много. Потому что умный. И мозга, и дури очень много. Вот так вот пафосный отель и пафосный ресторан. Так, как туда пройти, перелазить надо теперь. Ну я-то перелезу, вот как Светка будет. Ну, там, похоже, терраса есть наверху. Ну что, попробуешь? Нет. Ну, переспустись, перезайди. Ну, тоже какая-то терраса симпатичная. Так, ресторан «Далон». Тут сидят детишки местные, играют в Roblox. Здорово, брат, что играешь? Roblox? Ну, я же говорил. У нас точно тоже играет в Roblox. Все в Roblox играют. Даже я играю, представляешь, в Roblox. Ты в какую игру играешь? Какая тебе нравится? Я вот люблю в этот там в Икею играть. Мне вот недавно робоксы задонатили. Вкусные пирожные дают и всякое такое. Здравствуйте. А что там наверху террасы есть, да? Так, пойдемте. Ну, террасу я люблю, с видом на сказочную Бухару. Ух, как высоко мы забрались, практически небоскреб. Народ что-то вообще никого нигде нет. О, смотри, тут прям роскошно. Цены бешеные. Цены бешеные. Ну, с видом на Бухару. Там какое-то колесо обозрения, что ли, есть. Да. А где присесть? В любом месте можно. А. Ну, не знаю даже. Так там сидят. Давай уж вон. Здесь как светло. Там свет такой люминесцентный. Да? Ну ладно. Куда пойдешь учиться? Ну, приступаем, так сказать, к осмотру меню. Меню начинается с чего? С надписи сервис 15%. Мне это уже не нравится. Ну, у них вот меню с 12 я не видел, к сожалению. Так, салат фантазия, фреш. Свежий витамин по 30 тысяч. Ну, цены, как всегда, ни хера не детские. Вчера у нас сколько греческий салат стоил? Да что, 25 шин. А, ну это 30. Так, салат. Салат у нас 45, 55. Ну, тут выбор, конечно, такой не маленький. Так, суп и горячие закуски. Треугольники за ваши. Самсы. Самса с тыквой, с мясом 15. Да, самса стоит 3 раза дороже, чем на улице. Так, лула-кебаб есть, 50 тысяч. Охренеть, блин. Жареный баранин, 70 тысяч. Плёв, 40 тысяч, манты. Да, цены, конечно, не гуманны ни разу. Котлеты на мангале. Да. Цены прям. Ай-яй. А там, где вот мы сейчас заходили, где внутрь заходили. Ну там, мне кажется, попроще было. Ну пойдем туда. Ну да, наверное, имеет смысл, там здесь что-то слишком пафосно за вид берут. Вот. Такой вот вид они из него берут. Братья татары, в общем, решили сбежать из старого города, потому что обошли мы там все эти рестораны. Один сплошной пафос, ценники умноженные на 3. Короче, как-то нам не понравилось. Мы все-таки любим поближе к народу. Вот попросили такси, чтобы нас отвез какой-нибудь аутентичный ресторанчик для местных. Вот привез какую-то мантушную. Они говорят, манты готовим уже 40 лет. Говорят, самые лучшие в мире манты. Смотрите, какие там прям тоненькое-тоненькое тесто. Но
мясо вкусное такое, похоже. И тут заказали всякий шашлык-машлик. Продают, причем, килограммами. Тут огромные какие-то порции за какие-то там вменяемые абсолютно деньги. Вот, так что приступаем к трапезе. Нам продолжают приносить блюда изысканные. Вот этот греческий салат, смотрите, какая подача прикольная. Прям никак не ожидаешь от такого ресторанчика для местных. И салат свежий из овощей. Короче, походу это будет вкусно. Мало водки взяли, наверное. Вот у нас тут напитки вкусные стоят. И мы, как всегда, втекаря из бутылочки с водой попиваем. Так, подъехала кюфта. Очень быстро, кстати, опять готовят, как вчера. Прям я вообще поражаюсь. Мы минут 10 не сидим, а они уже все принесли. Смотрите, какая кюфта классная. Из говядины с лучком, с маринованным. Но почему-то опять соусов никаких нету. Может, надо попроситься, конечно. Но я, мне кажется, даже кюфту попробую. Это прям мое любимое блюдо. Мы такие на островах готовим. С курдючным жиром, как Светка любит. Говязинка прям. А, ням-ням-ням. А что удивительно, я почему думал, что в Узбекистане они сейчас одну баранину едят. Они в основном все из говядины готовят. Учитывая, что говядина тоже здесь нифига не дешево, 700 рублей килограмм. Так что будем пробовать. Ну, папа, не понюхай курдючный жир. Если тебя не вырвет, то можно есть, значит. Так, а этот соболел заказал себе курочку. Жизак, по-моему, называется, куриный. Типа в китайском стиле какая-то курица, типа там в соевом соусе, что ли. У них минимальная порция килограмм. Мы Кире говорили полкило сделать. Короче, стоит это 230 рублей, что ли, вот такая вот порция. Это охренеть можно. Ну, я не думал, что будет такая вот огромная порция. Ну, я-то думал. Короче, домашнее задание нам будет до Саратова. Термит мы тебе привезем. Доброе утро, страна. У нас сегодня такой завтрак. По яичку, черешенка, блинчики. Абрикосики. Приятного аппетита. Проснуться с таким видом бесценно. Для всего остального есть карта от узбекского капитал-банка. Доброе утро, друзья. Сегодня у нас день 10, завершающий. Мы решили поехать из нашего уютного отеля в центре Бухары. В отель с бассейном. И отдохнуть хорошенько. Но самое удивительное то, что мы заказали сейчас такси, приехал праворульный привод с владивостокскими номерами. Я вообще в шоке. Как так получилось? Так получилось. Так получилось. Что, оттуда сами пригнали? Ну да. Обалдеть. 1010 километров. С ума сойти. Еще я первый раз праворульную машину в Узбекистане вижу. Еще и с русскими номерами. Много, да? Ни разу не видел. В Киргизии почти все. А здесь мне даже говорили, что якобы запрещены. Ну, такие вот бывают истории. Братья татары. Посмотрите, какой гламурный номер нам достался. За скромные 48 баксов. Отель прям такой пафосный, новенький, гламурный. Лампочка такого прям фиолетового цвета. Ну, что-то выключил. Смотрите, какая здесь бухательная зона. Вообще царство роскоши. Офигеть. И даже можно... Давай ребеночка родим и поселим здесь. Все, раздевайся, будем рожать. Класс. И темные шторы, все как мы любим. И вид на бассейн и сауну. С абрикосовыми деревьями. Класс. Никого нет в бассейне. Здесь вид на стройку, помойку. Офигенный отельчик. Мне нравится. Так, что там у нас? Ванна, туалет. Посмотрим. Ванна, туалет не нашел? Нет, выключатель не нашел. Вот. Ну что тут даже можно... Познать друга в беде. И какой-то модный совершенно унитаз. Ну офигеть. А тут модный таджик. И модная таджичка. Опа. Ну что, понеслась. Душа в рай. Короче, я решил подкрепиться на улицах Бухары. Пожрать тутомничек. Ну, прям тутомничек растет. Ну, вот, смотри, склады. Белик крупный. Знаешь, тут крупный. Ага. Сладкий? Угу, офигенный сладкий. С лицом на дороге. А вон, смотри, прям плоды валяются. Проходим через роскошное лобби нашего отеля. Смотрите, какой у нас тут на втором этаже люстра висит.
На ресепшене никого. И мы идем к бассейну. Там, по-моему, тоже никого. Внутренний дворик. Где-то здесь наши окна на втором этаже. С видом на бассейн. О, смотрите, нечик пришел тут немножко. И выходим в бассейн. Никого. Одна гулька сидит, он одинокой грустит, что никто ее не это, не того. Это горлица, мне кажется, это обычно дешевая гулька. Водичка такая, что-то мутноватенькая немножко. Ну ничего, нам как бы не до жиру. У нас тут есть вышка сотовой связи. Можно прям разговаривать по телефону, не отходя от кассы. Давайте уже купаться. Итак, у нас начинается мачо-заход. Мачо-заход. Ага, ступеньки склизкие. Водичка теплая. Теплее, чем смотреть больше. Ага. Ага, так, намочу в сапожке. Вот это было женство. Самолет, присоединяйся. У нас закусь тут на двоих. Да, у нас прям... Как обычно. У нас вообще никого нету, мы вообще одни. Прикиньте, у нас просто VIP-отель, VIP-бассейн. Ой, да, достаю. Не достаешь, да? Глубокий. У нас температура сейчас 37 градусов, вчера было 38. Да, 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 согласна. Вот, ну, Максимка соскучился по Алисе. Здравствуйте, брат, встретим. Здорово, брат. Сухарик, вкусный сухарик, вкусный, да. Ну, теперь можно вместе поплавать, да? Нравится есть. Максим, ну теперь приглашай купаться его. Боится, он тебя же вообще не знает, кто ты такой. У меня дочка же сыт. Да нет, ну с таким папкой кто будет пугаться? Сейчас он к тебе привыкнет и тоже будет вместе с тобой купаться. Не знаешь? Ну все, теперь поплыли, большая черепаха. Вот, молодец. Молодец. Так не упади. Скользко, да, аккуратно. Ну, в лицо не брызгай. В лицо не брызгай. Да, нет, не брызгай. Вот так вот, брызгай. Вот, смотри, вот так вот. Давай его побрызгаем. Смотри, вот так вот, опс. Оп. Оп. Вот, вот так вот его будем брызгать. Давай, брызгай. Брызгай. Вот так, вот. Ой, ой, ой. Все, а теперь поплыл. А, водичка хорошая. О, мальчишки уже подружились. Уже пацанчику брызгает. Да, брызгает Максима. Брызгай его. Давай пять вот так вот ему. Пять ему давай. Давай вот так вот хлоп. Вот так вот хлоп. Молодец. Молодец. А теперь брызгай его. Вот так вот. Вот так вот брызгай. Молодец. Вот. Вот, молодец. Так, у нас тут узбекский блогер снимает контент. И нас решили тоже заснять. Я говорю, ну давай уж на брудершафт снимемся. Так. Узбекские блогеры с российскими блогерами. Скажите, как наш вестница? Шикарно, нам очень понравилось. Шикарно, прям супер. Мы в восторге. Нам понравилось гостеприимство. Вам понравились? Да, конечно. Спасибо вам. Спасибо вам. Так, похоже, снимает рекламу гостиницы Grand Arc. Доброе утро, друзья. Вот и закончилось утро. Наше лето. Наша сказочная поездка по солнечному Узбекистану, Таджикистану. И мы заселяемся в аэропорт Бухары. Это будет
106-й посещенный аэропорт. Добавил списочек. Сейчас посмотрим, что там внутри. Ребятки, докладываю. Аэропорт на вид такой современный, симпатичный. Вот. Все эти процедуры таможенно-пограничные вообще без проблем, без очередей. Все вежливо, даже водичку пропустили. Отняли зажигалку. А само за зону вылета вот такая крохотная, из двух вот таких маленьких зальчиков состоит. Хорошо, хоть кондиционер работает. Тут есть какие-то автоматы с напитком, какой-то бар там, какая-то забегаловка. И все. Короче, жесть. Вот тут второй зальчик и маленький магазинчик с сувенирами. Продавца что-то нету. Короче, как-то неожиданно здесь печально все. Сейчас, может, попробую купить магнитики на оставшиеся суммы. Пожалуй, первый раз в жизни так на посадку идем. Сами вышли, никого ничего не охраняет. Два трапы. И заходи, куда тебе нравится. Никаких тебе коридоров. Вообще крутяк. И вон девчонки фоткают. Ну что, полетели в Москву. На улице хорошо, прохладненько, прям кайф.